крыша этой церкви сделана из камней без раствора. Сейчас она уже укреплена раствором, наверное, в 20 веке, может, в 19. А изначально это просто сложные камни были, и они, и кто-то так сложил, что они держатся под собственным весом, и кто-то пробовал в 20 веке повторить такую кладку и не смог, все развалилось. Хайкросс. Говорят, что если его обнять или обойти его, я не помню, и загадать желание, то оно исполнится. А другие люди говорят, что если его обойти несколько раз, то начинаешь чувствовать себя как пьяный. И я слышал такое псевдонаучное объяснение, что под ним сходится несколько потоков воды с очень большой скоростью, и это создает какие-то волны. Гравитационные, наверное. Вот. Я обходил, нифига не работает. Мы входим в другую церковь. Она на самом деле новее той. Но строить, видимо, разучились. Либо викинги разрушили. Я не знаю, я не помню, какого времени эта церковь. Вот. Тоже довольно старая. Сейчас пойдем к башне. Вот башня довольно высокая. Утверждается, что эти башни строили монахи, что когда приходили викинги набегами, они могли ограбить их поселение, сжечь все. Но чтобы все монахи, книги, еда какая-то осталась в этой башне, и туда прятались. А вот это вот отверстие на высоте, по-моему, метров 4, это на самом деле вход. Сюда представлялась лестница, и один монах с луком мог защищать эту башню от толпы викингов.